Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Юлия. Сегодня я построю будку своими руками, используя только ручной инструмент. В качестве опоры я выбрала брус 20 на 40 мм. Распиливаю его ручной ножовкой. Распилив брус, приступаю к сборке каркаса. Сначала просверливаю отверстие, затем скручиваю детали саморезами. С учетом того, что собака небольшая, то и будка также малогабаритная, 70 на 50 см, в высоту 50 см, размер входа 25 на 30 см. А пока я это делаю, у вас есть время подписаться на мой канал и поставить лайк. На моем канале вы обязательно найдете для себя что-нибудь полезное. Крышу в будке я делаю односкатную, поэтому опускаю заднюю стенку на 10 см ниже, чем переднюю. Каркас собран, и я закрываю пол будки доской. Использую для этого сосну 100 на 20 мм. Чтобы доска для пола при вкручивании саморезов не лопнула, также предварительно просверливаю в ней отверстие и лишь затем вкручиваю саморез. Следом за полом я закрыла заднюю стенку будки, а теперь закрепляю крышу. Для стены крыши я выбрала вагонку. Благодаря замкам вагонки в будке будет меньше щелей, ветер будет меньше задувать и, соответственно, будка будет теплее. Угол для боковой стороны отмеряю так. Приложила верхнюю доску к каркасу, чтобы она упиралась в крышу, и крыша разделяла доску по диагонали. С внутренней стороны каркаса под крышей очерчиваю линию по доске, а затем распиливаю ее ручной ножовкой. После того, как будка собрана, покрываю ее пропиткой и закрепляю уголки. Без них можно было бы обойтись, но так эстетический вид будки мне нравится больше. Как видите, в своей работе я использовала только ручную ножовку, рулетку и шуруповерт. Минимум вложений, максимум результата, которым я очень довольна. Что ж, такая будка у меня получилась. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Если это так, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо вам за просмотр. Хорошего дня!